Фигурное катание – один из тех видов спорта, который пользуется огромной популярностью, граничит с искусством и неизменно вызывает восхищение. Здесь соединяются изящество танца, пластичность гимнастики и высокие спортивные требования. Все эти составляющие привлекают маленьких фигуристов в этот красивый вид спорта. Я занимаюсь 3 года, меня привели родители, и у меня неделю и 5 занятий. Мне нравится делать перебежку, ласточку, цапельку, выпады. Я хочу такой же вырастить фигуристки. Это какой? Большой, стройный. И красивый, да? Угу. Мне просто нравится заниматься. А что именно нравится? Упражнения. То, что тренера добрые. А сколько лет ты занимаешься? 2. Легкие, пластичные, скользят по льду маленькие брестские спортсменки. У них нет еще больших достижений, но есть огромное желание стать такими, как ведущие мировые звезды фигурного катания. И все возможное для развития этих талантов делают тренеры. Видно, что это увлеченные и небезразличные люди, которые работают по призванию. Что самое важное? Конечно, мы должны в первую очередь, как от тренеров, чтобы дети полюбили фигурное катание, чтобы они не боялись льда. Чтобы они с желанием шли на тренировку. А от детей самое, чтобы это была регулярность посещения занятий, ну и трудолюбие. Фигурное катание – самый замечательный вид спорта, особенно для малышей. Здесь совмещено все – и общая физическая подготовка, и хореография, и гимнастика. Здесь музыкальное образование. Но если они даже не станут чемпионами, подружившись с фигурным катанием, это будет у них уже на всю жизнь. Тренирую я с 2005 года в Бресте. Изначально у меня были дети танцевальные пары, которые уже многие закончили и выросли, и уже в университеты позаканчивали, поразъезжались. На данный момент одна из моих воспитанниц – член национальной сборной. Спортсмена вырастить можно, как я говорю, с любого сделать фигуристу. Главное – это чтобы было желание у ребенка, возможности у родителей водить их, потому что у нас тренировки проходят всегда очень рано. Что для вас профессия тренера? Для меня все – жизнь. Жизнь – это в первую очередь. Я их обожаю. Они меня обожают. Так и растим. Сегодня желающих заниматься для себя, здоровья ради, а также на профессиональной основе в Бресте очень много. Лед расписан по минутам, а для достижения серьезных результатов частые тренировки – необходимое условие. Благодарна я всем тренерам, которые занимались с ребенком здесь в Бресте и в Минске, и руководству спортивной школы. Но хотелось бы, чтобы как-то это и Министерство спорта, может, как-то помогло и руководство нашего города построить вторую ледовую площадку, чтобы у детей была реальная возможность дальше двигаться, а не стоять на месте. Привел свою дочку, так как ей нравится заниматься. Она очень любит кататься на коньках, вот, и решили ее водить. Если ей нравится, пускай ходит, занимается. Тем более спорт – это очень полезно. Одна за другой проходят тренировки, и вот уже новая группа маленьких фигуристок заходит в ледовый дворец. В сумках коньки – специальная форма, а в душе – большое желание кататься на льду. Получится из них мировые звезды или нет – покажет время. Главное, что они приобретут такие качества, как ответственность, упорство и дисциплинированность. А это хороший фундамент для формирования личности.